Всем привет, друзья! Не мог устоять, чтобы не сообщить своим партнерам прекраснейшую вещь. Переходим в раздел «Новости». И вот что мы здесь видим. Получено решение о вступлении в особую экономическую зону. Так что, друзья, себя и вас поздравляю, и компанию, конечно, в первую очередь. Еще один рубеж пройден. 17 декабря 2018 года компания «Совелмаш» утверждена к вступлению в особую экономическую зону. Технополис Москва на площадку Алабушева. Получено документальное подтверждение. Выписка из протокола заседания межведомственной комиссии по вопросам присвоения подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной инвестиционной деятельности. И вот оно, это подтверждение, друзья. Сейчас я вам его увеличу. Еще ручка не просохла, видите? Генеральному директору Зеленоград, Москва, выписка протокола заседания межведомственной комиссии, председатель межведомственной комиссии, ответственный секретарь по вопросу повестки заседания комиссии о заключении соглашения об осуществлении деятельности с резидентами особой экономической зоны «Технополис Москва». Докладчик Петросян Эмиль Владимирович, заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Обсуждение, запятая, голосование решили одобрить соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «Совелмаш», ИНН, все дела о введении технико-экономическо-внедренческой деятельности в особой экономической зоне «Технополис Москва» в целях реализации проекта создания инновационного центра для проектирования, отработки технологии и организации опытного производства с энергоэффективных асинхронных двигателей и генераторов совместными обмотками и систем управления ими при условии внесения изменения в бизнес-план в части актуализации сроков реализации проекта. Но об этом Дуйнов говорил, что вышли новые законы и надо сейчас подкорректировать документы, там НДС и все такое. Вот все это дело будет сделано. Ну что, друзья, спешу всех нас порадовать. Шикарная новость прямо перед самым Новым годом. «Дождались» называется. И поэтому я думаю, что скоро, очень скоро, наши акции, дисконт будет снижен, а соответственно акции, точнее доли в компании подорожают еще. Вот так вот. Потому что, как известно, переходим на следующий этап не по количеству собранных денег, а по достижении определенных целей. Вот немаловажная цель достигнута. Так что, друзья, думайте. Вот еще акции в силе. Ну и просто можете прикупить или увеличить свой пакет. Так, и что? И в принципе, вот и все, чем я вас хотел порадовать. Я сегодня не буду делать обзор на кабинеты. Никаких. Я это самое уже в предвкушении нарезки салатов. Новый год на носу. Так что вот так вот, друзья. В общем, все отлично. Думайте, кто еще чешет затылки, думайте. Думайте быстрее, потому что время не вернешь.
И те, кто сейчас приобретает акции, приобретают их на очень выгодных условиях. Ну а те, кто уже приобрели инвестиционные доли компании, могу вас поздравить, как вы сами своими глазами увидите, насколько они подорожают при снижении дисконта. Ну все, друзья. Всем хорошего настроения, хорошего Нового года. До следующих публикаций. Для новичков, кто впервые видит это видео, ссылки внизу. Регистрируйтесь, заходите. Здесь куча материалов по новостям. Вот раздел новости зайдете, почитаете. Вебинары, записи есть. Здесь без меня можно разобраться, что это за проект. Ну а если хотите, чтобы я вам рассказал, то у меня на канале есть плейлист. Вот заходите на канал, нажимаете плейлисты. Ищите проект Дуйнова. Вот мотор-колесо Дуйнова. Нажимаете. И здесь, пожалуйста, обзор от самого начала до и по кабинетам. И все, что происходило по событиям. И новости от Дуйнова. И вообще, что это такое, все узнаете. Вон, 60 видеоматериалов. Знакомьтесь. Ради бога. Ну а кто не хочет, кому не интересно его будущее, тот проходит мимо. Чешет затылок и проходит мимо. Ну что, друзья, еще раз всех поздравляю. До следующих публикаций. В этом году я, наверное, уже не буду делать видео никакие. Ну, если, конечно, так какая-нибудь сверх-новость нас не это самое, не посетит по проекту, тогда нет. В общем, до следующего года. Все, друзья, до следующих публикаций. Еще раз всех с наступающим.